Всем доброе утро! Сегодня 27 января. Я в Вьетнаме, отель Soi Hong Resort. 3 звезды. Вообще, когда вот Wi-Fi мы подключали, там прописано 4 звезды у них здесь. О погоде хочу сказать. Время 8 часов утра. Температура уже 28. Небольшой ветерок. Купались в 6 часов утра, море спокойное, так небольшие волны. И очень-очень много китайцев приехало. Я уж говорила за завтраком. Не знаю, если подойду поближе. Солнце яркое. В общем, погода отличная. Сегодня в ночь мы уезжаем. С утра вообще они подошли, все приехали, сняли свои шлепки, помыли их в этом бассейне. И все отлично. Ну, прям море видно. На завтрак сдвинули все столы. Завтрак приличный, вот я снимала, приличный. Кормят всегда вкусно и сытно. Оп, еще один автобус приехал. Я не знаю, здесь сказано, что 36-39 номеров. Но их столько, как они будут размещаться? Удивительно. Все так тепло одеты. Всем хорошего дня!